How does it feel to get drafted, you know, right away here this early this morning? Какие ощущения ты ушел первым сегодня утром? Конечно, самое положительное, приятное. Не знаю, рад, что команда Сахаса выбрала меня. Не знаю, классные эмоции, незабываемые, буду помнить об этом всю жизнь. He's very happy that San Jose picked him. He says it's unforgettable emotions, and he's very excited to get there. Do you know anything about San Jose, and just what is your excitement level to kind of get into the NHL now? Знаешь что-то про Сан-Хосе и какие вообще ощущения попасть в НХЛ? Ощущение попасть в НХЛ, наверное, мечта любого пацана, любого мужика. А про Сан-Хосе, наверное, знаю, что мой сокомандник играет, Егор Имашевский, точнее, был задрафтован там. Мой приятель, хороший знакомый Клим Костин играет, мы с ним из одного города, играет в Сан-Хосе, поэтому я думаю, все будет хорошо. He says it's any guy's dream to get drafted into the league, and he's had a few teammates who are in the San Jose system, Igor Ramoshevsky, who he grew up playing with, and Clim Costin is from the same town as him. How were the interviews with San Jose at Combine? Как проходили интервью с Сан-Хосе? Наверное, как и со всеми командами, обычно мы встретились в Майами, встретились в лагере у Дэна, и встретились в Вегасе непосредственно, пообщались два раза. Обычное интервью, ничего особенного не было. He said it was a very standard interview. He met with them twice, one time in Miami during the Gold Star Hockey Development Camp, and then one time here in Vegas. Sorry if you already asked this, but how would you describe your style of play? Как бы ты объяснил свой стиль игры? Не любящий уступать ни в одном моменте на поле. Лидер, командный игрок. He says he's a team guy, a leader, and he's very hungry for the puck. What is your goals, obviously, to start your career in the NHL? Obviously, you probably need a little bit more development, but where do you see yourself in like 2 to 3 years? Do you feel like you can make the NHL that quickly? Какие цели у тебя на ближайшее время? Видишь ли ты себя в лиге в ближайшие 2-3 года? Да, я наверное, верю, не наверное, без наверное, верю в себя. Буду работать, чтобы через 2-3 года оказаться в NHL. He says he's very confident that in 2 to 3 years he'll be ready to play in the NHL and he'll do everything possible to make that happen for himself. Who's a player that you model your game after? Какой игрок ты играешь? На кого похож больше? Да, да, в игре. Я думаю, что Маккиннон. Nathan MacKinnon, he says. What is the plan for this upcoming season, next season? Where will you play? Какой план на предстоящий сезон, где ты планируешь играть? Трудный вопрос. Это нужно будет обсудить еще с агентом. Пока что я знаю, что я поеду в тренировочный лагерь в Сан-Хосе, буду показывать себя, а дальше по дальнейшему развитию моей карьеры будем обсуждать с агентом. He says he'll go to camp with San Jose, but ultimately it's up to his agent to decide, and that's a conversation we'll have further down. Is playing junior hockey in Canada a possibility, or do you know who owns or rights, I guess, to junior hockey? Если кто-то кому-то принадлежат твои права в канадской хоккейной лиге? No. Was it hard yesterday not being picked in the first round? Сложно ли было, что вчера тебя не выбрали? Как ты это перенес? Да не знаю, наверное, тут нечего скрывать. Конечно, это было досадно. Но опять же, это не конец жизни, мы продолжаем жить. Я очень рад, что у меня выпало Сан-Хосе, поэтому будем делать все, чтобы попасть в НХЛ и закрепиться там. He said it was very devastating, but he's happy that he got drafted today, and he's very excited to go to San Jose yet again. So he'll do anything he can to get there as soon as he can. What have your friends like Rimashevsky told you about San Jose? Что тебе ребята рассказывали про Сан-Хосе? Не знаю. Наверное, вот опять же, кого я перечислил, Егор и Клим, мы с ними не общались про Сан-Хосе, потому что у Егора у самого не получилось в этом году приехать в Сан-Хосе, поэтому я думаю, я
буду узнавать все впервые об этом городе и об этой команде. He says he'll probably be the first one to find out more about San Jose, as he hasn't spoken to them yet about San Jose yet, and Igor Rimashevsky obviously hasn't come to America yet. Did you, were your parents here, like just, who did you share the moment downstairs with? Кто с тобой приехал, кто рядом сидел? Мои родители и мой первый тренер, который ведет. His parents and his childhood coach. What have you thought of this whole experience here in Las Vegas, here in this building? What were your thoughts in just this whole experience, I guess, being here? Как тебе вообще впечатление о Лас-Вегасе, именно об этом мероприятии, что скажешь? Не знаю, я могу сказать одно, что я мечтал об этом с самого детства, приехать на драфт, плюс такой красочный город, сфера, это невероятные эмоции. Еще один как бы, момент, что, скорее всего, это последний год, когда собирают игроков, поэтому я считаю, что драфт удался на 100%. He says the draft turned out very well for him, and he's thrilled to be in Vegas, and that all the colors of everything, and just... The sphere itself and everything that's gone on the draft floor has been incredible to watch. And how does he celebrate today? Как будем отмечать? Скромно, по-семейному. With his family.